Понимаете, сейчас как бы появился очень большой спрос на лектории. Но вот этот мусор, о котором вы говорите, он всегда хорошо продавался, потому что масса женщин пыталась искать ответ на свои проблемы не в повышении самооценки, а наоборот, в ее понижении. В таком как бы традиционном мифе, что если я там буду босая беременная на кухне, то мне будет как бы хорошо. Но на самом деле я скажу, что это уж для совсем уже каких-то женщин забитых, затюканных ниже плинтуса, потому что семинары о том, как быть, как состояться, как сделать свой бизнес, как прийти в политику, как правильно расставить приоритеты в семье, как бороться с насилием, они пользуются не меньшим спросом. Просто вот эта вот пурга, она как бы громче. И на самом деле люди, которые ведут эти семинары, это люди с очень мутной репутацией. И, в общем, ну, только 5% населения планеты являются пользователями культуры, да? Все остальные являются пользователями масс-культуры. Это подается как масс-культура. Поэтому, ну, конечно, ходят на всякие там, как заколдовать, как там соблазнить, как там еще что-то.